Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем готовить щи из листочков свеклы. Вот они у нас сами, листочки свеклы. Использовать мы будем только зеленые части. Эти мы отрежем. Также, конечно же, нам понадобится мясо, которое уже у меня сварилось и получился бульончик. Вот, картошечка 3 штуки и одна морковка. Я натерла ее на терке. И приступим. Для начала мы с вами обрежем все вот эти вот листочки. Я их уже помыла. Так вот. И теперь мы с вами режем не совсем вот тонко, а чтобы где-то по сантиметру они получались. И все это обратно складываем в чашечку. В наш бульончик мы вываливаем картошечку. Опа! Все. Отправляем теперь морковочку туда и кладем 2 ложечки маленькой вермишельки. Раз и 2. Сразу же перемешиваем. Перемешиваем, прибавляем огонь. И варим. Теперь, когда у нас все сварилось уже, самый-самый последний момент, мы с вами добавляем наши листочки. Варим их 5 минут и закрываем крышкой. Даем также нашим щам настояться. И тогда они будут у вас очень-очень-очень вкусные. Вот такой супчик у нас получился. Такие вот щи, там мяско. Очень, кстати, вкусный. Ой, он такой прям обалденный, очень его люблю. И также мы еще греночки сделали в тостере. Посмотрите, какой он красивый, какие цветочки вот эти вот вермишельчики, прям вообще обалденные, красивые, обалденно вкусные, а самое главное легкий. Готовьте вместе с нами, смотрите также другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Другие ролики наши смотрите, наши обзоры, обзоры на продукты, на технику. Там, короче, много всего интересного, фоны, кулинария. Обязательно подписывайтесь. Наш канал называется Артмания. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.